А в бассейне Славутич состоялся рождественский праздник на воде. За что это мероприятие любят и дети, и взрослые, знает наш корреспондент. Рождественский праздник на воде – традиционное мероприятие, которое «Моторсич» проводит ежегодно. После краткой приветственной речи директора спорткомплекса сразу же начинается шоу. Выступают синхронистки. Затем за выдающиеся заслуги награждают воспитанников комплекса, а также их наставников. И снова концертная программа, в которой компанию спортсменам составили Дед Мороз и Снегурочка. В этом году праздник отмечает юбилей. Его проводят в 10-й раз. Поэтому подготовка прошла без проблем, по накатанной. Не было никакой большой сложности, все наработано. Мы знаем, что этот праздник люди ждут. Это видно по нашим трибунам. Главная изюминка этого праздника, и это, конечно же, выступление девушек, которые сейчас показывают свое мастерство. Да. Поэтому мы их всегда ждем, приглашаем, люди ее видят и всегда приходят на наш праздник. Моторовский праздник на воде популярен и среди спортсменов первой величины. Призер Олимпийских игр Елена Жупина здесь завсегдатай. Мне кажется, это один из самых таких запоминающихся праздников в году. Самый такой желанный и долгожданный. И многие друзья всегда звонят и спрашивают, ну когда, ну будет ли в этом году? Я говорю, обязательно будет. Очень приятно, что всегда много людей, много зрителей. И все любят и поддерживают спорт и приходят на этот праздник посмотреть и поболеть за наших спортсменов. Праздник собрал спортсменов всех возрастов. От самых юных, которые только учатся держаться на воде, до мастеров спорта. И независимо от возраста, все как один говорят – рады, что есть возможность заниматься любимым делом. Я очень рад, что есть возможность заниматься спортом, прыжками в воду. Я занимаюсь прыжками в воду. Я просто очень доволен, что это моя мечта была. Я ее осуществил. Все желающие, кто хочет, приходите, научат. Огромнейшее спасибо «Моторсичи» за то, что они построили этот бассейн, что могут заниматься те люди, которые этого очень сильно хотели и хотят.